Сотрудника колонии, из которой сбежали 6 заключенных, обвиняют в халатности. Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом по Республике Дагестан. Следствие предполагает, что младший инспектор группы надзора отдела безопасности исправительной колонии номер 2 УФСИНа по Республике Дагестан проявил халатность в работе и допустил побег из-за невнимательного отношения к службе. Расследование уголовного дела продолжается. Напомним, что 22 сентября 6 заключенных исправительной колонии строгого режима в поселке Шамхал сбежали с мест заключения. Предварительно они вырыли 50-метровый тоннель, сделав подкоп на территории цеха по изготовлению шахмат. Спустя неделю беглецы были задержаны в Калмыкии.